Номер семьи 2700. Это не из сюжета антиутопии, а из списка на получение земли многодетной семьей. По словам Надежды, матери четверых, очередь подвигается на несколько пунктов в год, так что до мечты далеко. У нас была такая мечта – построить дом, потому что семья большая, места не хватает. Хотелось бы, чтобы у всех была своя комната, спальня. А сейчас у нас не позволяют такие квадраты, чтобы все сделать детям необходимое. Тесная квартира в новостройке – это проблема не только Надежды. За то, чтобы продвинуться в списке, бьются сотни. Это только те, кто объединяется в социальных сетях. Я сама контролирую свои очереди. То есть с 16 года по 18 год пункты сдвинули буквально на 2. Муниципалитет не дает землю, уверяют родители. Свободных участков просто очень мало. А список претендентов постоянно расширяется. Чтобы попасть в него, достаточно родить 3 детей. По официальным данным, от 1 июля в списке больше 4700 семей. Чтобы сдвинуться с места, люди идут к юристу. Он предлагает только 3 выхода. Либо ждать, когда будут выделены земли, либо предоставляется, что можно взять в аренду и оформить бесплатно собственность, либо просто выбрать земельный участок вот, в связи с недавними изменениями. В последнее время мы все чаще вот, тем, кто очень долго стоит на очереди, рекомендовали найти земельный участок в аренду и затем оформить его в собственность. Способ с арендой вроде должен все упростить, но сложности начинаются на самом первом этапе – обращении к ответственному чиновнику. В часы приема обратилась в 22-й кабинет, сказала, что какие есть возможности предоставления мне земельного участка в аренду. Мне отказали в предоставлении информации, ссылаясь на то, что у них есть несколько сайтов. Я попросила, можно мне предоставить эти сайты? Мне отказано было. Теперь есть и третий способ получить заветную землю для строительства дома. Буквально несколько дней назад вступило в силу изменение в 98-й закон. Отныне семьи сами могут выбирать земельные участки. Вопрос, какая это земля? В городе и пригороде мест нет. А вот если вам не нужно ни воды, ни газа, ни канализации, ни детских садов, то, пожалуйста, такая земля найдется. Видимо, Надежде с семьей о своем доме остается только мечтать. Елена Кузовкина, Андрей Дреер, Александр Андропов. День с толком.